Всем здорово, с вами Вова, компания Electronic Россия. У нас продолжается черная киберсентябрятница. Просили носимые модели, получите. Это Dancebox 300 Electronic 2044. Крутейшая колонка в виде тубуса и с удобной ручкой. По киберсентябрятнице она будет стоить 5190 рублей. Распакуем. В комплект поставки входит сама колонка, шнурок для переноски, ремешок, хотя есть ручка. И вот тут мы видим такие металлические элементы, скобы можно подвешивать. Мечта туриста. Зарядное устройство питания от сети 9 вольт, 1,5 ампера. Ну и инструкция, куда же без нее на русском языке. Такой у нее интересный форм-фактор в виде трубы. Трубы с ручкой. Внизу есть фаза инвертор. Ткань и пластик. Комбинированный корпус. Можно использовать, я думаю, вот так. Можно использовать, как вам захочется. Кстати, вот пищалка, она здесь находится. А динамик с обратной стороны. Давайте ознакомимся с панелью управления. Вот так вот вблизи выглядит акустическая система. Ткань, пластик, ножки. Информация акустической системы и фаза инвертор. Тут же у нас панель управления. Переключение треков, play, паузу, приоритет микрофона. Можно два микрофона аж сюда подключать и петь караоке. Громкость высокий, эхо на микрофон, громкость микрофона, USB, аудиовыход, AUX вход и можно микрофон 3,5 сюда подключать. USB microSD, выключение-включение колонки, индикатор заряда и подключение питания. Тут вот у нас смена режима, есть FM-радио, Bluetooth, ну и флешка и AUX. По управлению все понятно, я отключил петличный микрофон, сразу будем тестировать. А кто хочет купить, пишите по номеру телефона Viber, WhatsApp, Telegram, который всплывает на экране. А также ссылка на колонку будет в описании, вводите промокод ОСЕНЬ, заказывайте, оплачивайте, на следующий день отправим. Если выходные, то отправим в понедельник. Вот такая подсветочка, обратите внимание. Ремень я приделал. Куда угодно можно с собой взять или повесить на дерево, сучок или куда угодно. Включаем, смотрим. Что-нибудь из рока. Эквалайзера, кстати, высокочастотник, это не муляж, он действительно работает, я специально переворачивал, надеюсь, будет это слышно. Пробую предустановки эквалайзера. We'll be right back.
Друзья, ну что? Какой вердикт? Она не тяжелая. Предустановки эквалайзера есть. Даже ребенок разберется. Ручка есть. Фазоинвертор есть. Высокочастотник работает. Динамик есть. Крутая подсветка и цена 5190 рублей. 5000 рублей это очень хорошая цена. Куда угодно можно с собой. На природу, в поход, и это не тяжело. Не тяжелая модель. Купить можно будет по ссылке в описании. Вводить промокод осень. Заказывайте, оплачивайте и на следующий день отправляем. Или пишите мне по номеру телефона Viber, WhatsApp, Telegram. Проконсультирую вас, как купить со скидкой по промокоду осень. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что у нас по акции «Черная кибер сентябрятница» 13 моделей. А на сегодня я с вами прощаюсь, с вами был Владимир. Пока-пока. А сегодня мы с вами поговорим о Play Market. В последнее время все больше и больше обращений по гарантии. Купили дешево, что-то там сломалось, что-то не довезли, какой-то дефект обнаружили. В Play Market не принимают. Пишут мне, а я говорю, ну покупали не у нас, обращайтесь к продавцу. Ну вы же официальный представитель. Друзья, как это работает? Вы у нас покупаете оптом, ну продавец в данный момент покупает оптом и размещает на этих площадках. Вы этому продавцу сдаете по гарантии, и мы у него уже принимаем. То есть он нам сюда сам поставляет напрямую, мы с розницей не работаем. С розницей мы работаем со своей. Почему покупают на Озон, Валберес, Яндекс.Маркет, Алиэкспресс, Сбермаркет? Из-за цены. Мне ребята пишут, мол, все классно, давно подписано, но цена. Цена, допустим, разница 2-3 тысячи, это существенная цена. Мы хотим видеообзор, мы хотим, чтобы нам проверили, но мы хотим дешево. С 15 сентября 2023 года. Вы мне пишите на номер телефона Viber, WhatsApp, Telegram, запрос цены, модель, которая вас интересует. Я вам присылаю цену подписчика. Вы мне присылаете, если вы нашли дешевле на Play Market и хотите ее купить. Я вам продаю по такой же цене, с бесплатной доставкой и с видеоотчетом. Друзья, повторюсь, 15 сентября 2023 года. Хотите купить колонку? Обратились ко мне, номер телефона Viber, WhatsApp, Telegram, или посмотрели у нас на сайте, мне написали, скинули ссылку на того продавца, который предлагает дешевле, где вы хотите купить, но сомневаетесь, потому что чаще всего после 2 недель они перестают отвечать. 14 дней прошло, они вам не отвечают, хоть там и написано, что гарантия полгода или год, опять же мне пишут, я пишу в администрацию Marketplace, пишите. Начинают разбираться, и это надолго затягивается. По гарантии вы как за продажей обращаетесь ко мне, и по гарантийным вопросам также обращайтесь ко мне, и я их все держу на контроле. Мы вас не будем перекидывать на гарантийное отдел, еще куда-то. Вы ко мне обращаетесь, и мы вместе с вами решаем этот вопрос. Для вас это будет удобней. Самый простой пример. При транспортировке раздавили пульт. Обращайтесь ко мне, высылаем новый. При транспортировке повредили радиомикрофон. Обращайтесь ко мне, высылаем новый. В общем, хотите купить, пишите мне, сделаю скидку и по этой цене продам. Видеоотчет сделаю, такую цену гарантирую, которую вы пришлете с маркета. И доставка будет бесплатная. Но, конечно же, на этом фоне появятся мошенники. И будут выдавать свои аккаунты за посторонние, сделать там скидки, цена электронной колонки большой за 1 рубль и тому подобное. Вот это все будет проверяться и пресекаться. Такие запросы будут заблокированы и переданы в службу безопасности. А те, кто хочет, действительно, клиент, покупатель, нашел адекватную цену, будет адекватная разница в цене, понятное дело, что это не мошенник, это не он сам создал аккаунт и добавил, да там за 20 копеек туда колонку. Все это будет рассматриваться, и лучшая цена будет вам предоставлена. И это не акция, так будет постоянно.
Не забывайте подписаться и поставить лайк. С вами был Владимир. Пока-пока. Вау! Wow.